Всем привет, короче, это мой тутер на Вебстер. Хотел объяснить, писать сбоку. Короче, Серега, ты вот говорил, что его типа с места не можешь сделать. Громче. Короче, блядь, знаешь, я сам делаю плохо, сейчас я в джинсах, потому что я вряд ли нормально его смогу сделать. Просто я покажу, как я его делаю. Еще я, короче, спиздил, короче, на прыжку круга. Смотри, ты когда стоишь, ты делаешь его так, как я замечал. Попробуй с ноги оттолкнуться назад, получается, сделать вот чуть, короче, под себя, а потом уже сейчас делать вебс, потому что ты уходишь так под себя, ты вылетаешь, короче, вверх. И когда делаешь, видишь, идет, получается, маска нога, ты должен так все вместе сделать. Еще, короче, ты когда делал с места, ты делал его вот так, как я видел. Я несколько раз смотрел, ты уходишь так типа, вдаль, короче. Я говорю, делай смотри, вот под себя попробую показать. Вот так. Если ты, короче, начинаешь делать вебстер, ну, чтобы размяться, поделай просто вот так. У тебя, короче, тогда мышца, вот эта, будет тянуться вместе вот с этим лимфоузлом. Поделай так вот так, вот на две ноги. Я так делаю, у меня мах увеличился. И еще, когда перед тренировкой, делай растяжку, хоть она у меня и плохая, но все равно я ее делаю. Еще раз покажу вебстер. Давай теперь спереди. Блядь, что тебе еще-то сказать? Я не знаю, сколько ты группировок берешь, но я вот беру за одну. Еще что бы сказать? Поделай просто такие движения. Вот так. Оп. Оп. Ну ты, короче, уходил под себя, и ты вылетал вверх. Пытайся, когда делаешь, короче, вот спину и вот так очень просто закидывать. Я просто вот ушел сразу. И пытайся на ногу выпрямить и сделать ее прямо. Сними теперь сбоку, прям не сверху, именно так сбоку. Давай еще раз, ебаненько получилось. Помедленней только. На меня-то камера наводи, блядь. Да. Нахуй надо, нахуй ты нужен, кому ты нужен? Да, еще хуже, блядь. Я тебе говорю, растяжка и просто делай много раз вебстер. Не делай его с разбега, делай его тупо с места и с места. Я сейчас начал делать вебстер слева, я его делал. Блядь, вставал вот так, там вообще падал, а потом просто начал уже делать, и у меня кучу наточился. Блядь, чем же еще такое добавить? Объясняю вообще плохо. Это мой нормальный первый тутер, наверное. Да, вот на вебстере это самое главное, галлики разомни. Потому что один, соответственно, если будешь делать, смотри, наведи камеру. Все, блядь, иди нахуй. Вот иди справа, просто покажи справа. И когда делаешь, ты можешь так ногой, короче, да, себе, короче, да, ну, блядь, вот так, короче, уебать. Либо когда начнешь делать, у тебя нога может вот так пойти. Криво. Вот так вот. А еще, короче, если не хватает маха, типа то, что, ну, крутки, чтобы закрутиться, то смотри, попробуй сделать вебстер, короче, козлом. Только ты, знаешь, уйти под себя, и мах сделать вот такой. Но я вряд сейчас его сделал, потому что я его не точил. Просто покажу. Короче, вот так. Фу, блядь. Я не знаю, наверное, этот тутер даже показался неполезным, но просто я показал, объяснил хоть что-то, что я знаю. Короче, надо еще тутеры там, боковуха там, задка. В ней, я думаю, в них я уже там нормально объясню. Хотя, давайте еще задку для вас сделаю. А потом на нее еще тутер сниму, если кому понадобится тутер на задку. И боковуху давай сразу. Да, и боковуху. Задку и боковуху сразу, да? Не, просто давай боковуху. А теперь вот. Я еще. Ну не придумал, а так просто мне дико далась. Боковое, короче, козлом. Вставай. Я туда буду делать, блядь. А, ты сюда будешь делать? Да. Кто хочет, чтобы я снял на нее тутер? Короче, пишите, не знаю, там куда не хочешь. Пишите, чтобы я об этом знал, и все. Типа, всем пока, там лайки, блядь. Давайте.